Привет, стримаши. Я хочу рассказать, как бороться с файлами слежения. Их называют кукис, печенье. Не очень понимаю, почему это печенье, это дерьменье какое-то. По идее, некоторые сайты, ну, которым ты доверяешь, они могут хранить кукис, какие-то данные про тебя собирать, но спрашивать разрешение на это. Но на многие сайты, вот сейчас я захожу, да на каждый сайт почти что ты заходишь, они пишут, мы используем кукис. Соглашаешься ты или нет, там можно окей, либо закрыть, но если закроешь, все равно они эти кукис сохраняют. И из тех, которые сайты у тебя сохраняют кукис, я вот лично там использую или доверяю процентов 10. Остальные просто собирают информацию, которая мне это вообще нафиг не нужно. Поэтому их вот это предупреждение в начале, что согласен, не согласен, конечно, не согласен. Ну и вот, в настройки надо зайти, это настройки хрома, но хромом не пользуйтесь, оперой обязательно пользуйтесь. Хром это просто испорченный хромиум, есть браузер такой, можно его отдельно поставить, а Google портит его своими вставками хлама всякого. Здесь в настройки заходим, настройки контента, вот файлы куки. Здесь еще есть всякие другие, но здесь обязательно флеш надо выключить. Блокировать флеш на всех сайтах обязательно это включайте. Вот первый файлы куки. Ну, естественно, он будет выкидывать тогда, если вы ходите в ящик почтовый, например, Google, то он будет выкидывать у вас все время. Но можно добавить разрешенные сайты, например, этот вот Google, и тогда не будет выкидываться, а другие наплевать. Можно вот так вот, как я понял, сюда я не залазил, вот блокировать домен, да, сайт. Удалять при выходе, разрешить. Но я разрешенный бы добавил. Это вот, ну, первое, вообще куки разрешить сайтам сохранять и читать. Но это придется, наверное, включить, иначе не войти. Кроме кукис, никак же не войти, поэтому. Но если вы куда-то входите, если не входите, то просто выключайте. Ну, я вхожу, поэтому придется включить. Удалять. Но это придется каждый раз, он будет спрашивать, открыл, закрыл браузер. Ну, ничего не поделаешь. Блокировать сторонние куки. Это, например, Google, а через Google еще какие-то сторонние ставятся. Сторонним веб-сайтом, кроме того сайта, который принадлежит куки, как я понял. Вот здесь можно нажать на куки, посмотреть, удалить их, удалить один либо все. Вот, в общем, удаляйте все, куда заходите в ящик, добавьте разрешенные. Ну и обязательно от рекламы блокировщики ставьте. К те сайты, которые пишут, что отключите блокировщик, добавляйте в черный список. Ну если уж очень сайт нравится, тогда там отключайте. Ну какой-нибудь торрент сайт можно там отключить. Все-таки ребята действительно работают. Все остальные не работают. Эти вот всякие новостные, РИА Новости, Яндексы. Это мусорщики, уроды. Моральные уроды. Может быть, даже у меня стоит один блокировщик, uBlock. Может быть, можно парочку включать, uBlock и AdBlock сразу. Может, так будет даже получше. Я пока эти моменты не рассматривал.
Вот такие варианты жизни. Иначе никак. Иначе вам просто засрут и браузер, и компьютер, все подряд. Так хоть немножко полегче станет. Всем пока. Это был ролик про удаление и защиту от файлов слежения cookies. Пока, ребята, подписывайтесь.